Более 240 тысяч доз. В Ярославскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. В регионе стартует прививочная кампания. Смотрите также в выпуске. Безопасность в приоритете. В Ярославле завершаются проверки школ полицейскими. Люди проживают в аварийной двухэтажке. Их жилищные права нарушены, считают следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Халатность». 23.08.23 в красивую дату в Ярославле свадебный бум. Молодожены в ЗАГС в очередь выстраиваются и верят в долгую семейную жизнь и счастье. Под Ярославлем косят траву для рыбы, используют для этого необычную установку, единственную на всю область и одну из немногочисленных в стране. Зачем избавляться от растительности в воде? Без шансов для соперника ярославский «Локомотив» разгромил уфимский «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Омске 5-1. Вы смотрите главные телевизионные новости в студии Константин Пламс. Здравствуйте! Вместе со мной о главном в регионе корреспонденты городского телеканала. В регион поступила первая партия вакцин от гриппа. Об этом сегодня городскому телеканалу сообщили в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. Привезли вакцины для взрослых и детей, а также людей, входящих в группу риска. В общей сложности более 240 тысяч доз. В ближайшее время начнется распределение и доставка вакцин в медицинские организации. Как рассказали в облдепздраве, препараты известные, хорошо себя зарекомендовали, формируют устойчивый и продолжительный иммунитет против сезонного гриппа. В дальнейшем ожидаются другие поставки. Прививочная кампания продлится до декабря. У парка 30-летия Победы в Дзержинском районе Ярославля появится попечительский совет. Такое решение озвучил сегодня глава региона Михаил Евраев. Он вместе с мэром Артемом Молчановым побывал в Брагине и посетил ряд объектов, пообщался с жителями. Люди, в свою очередь, смогли задать вопросы первым лицам области и города. Игорь Шевченко рассказывает. Двор на улице Труфанова на завершающем этапе ремонта. Расширена проезжая часть, выделены новые зоны под парковочные места. Заменены бордюры, а тротуары выложены плиткой. Остались асфальтовые работы. Местные с нетерпением ждут окончания большого ремонта. Его не было с момента постройки дома. Более 40 лет. Начались работы в июле. До окончания по контракту неделя. А потому подрядчику необходимо ускориться, заметили власти. Завтра у нас обещают погоду нормальную, как бы под асфальт, в принципе, все подготовлено. Ну да, нам сейчас надо торопиться, потому что погода будет портиться. Понятно, двор-то большой. В целом в регионе будут отремонтированы в этом году 87 территорий по программе «Наши дворы». 38 из них в Ярославле. Следующая точка рабочей поездки – школа номер 11. Встреча с педколлективом и родителями. На месте выяснилось, что стадион с тренажерами уже 2 года не функционирует. Между тем, в школе 720 ребят. Площадка, которая в 11-й школе, где мы с вами находимся, она ей лет около 20, да, где-то 2003-2005 год она была, она уже полностью свой ресурс выработала. Было предложено разработать в регионе программу по ремонту спортплощадок в школах и детских садах. Это не единственное место, где спортплощадки нуждаются в обновлении. Потребность очень высокая. И мы прекрасно понимаем, что за там, короткое время решить эту проблему, наверное, не удастся. Поэтому нужна программа. И поэтому нужны быть несколько источников финансирования для этой программы. Оценили и систему безопасности школы. 16 камер, все покрывает, тревожные кнопки, ограждения, все в порядке. Очень здорово, мне очень понравилось, как у вас организовано. Вся система связана с антитеррором, это важно. Еще одна точка маршрута – парк 30-летия Победы. Он будет благоустроен в следующем году. За счет федеральных средств запланированы работы по озеленению, устройству пешеходных дорожек, уличного освещения, установке спортивного и игрового оборудования и видеонаблюдения. Также у парка появится попечительский совет. Его возглавит один из депутатов муниципалитета. Начнем привлекать общественность. Мы еще раз обсудим проект, что внести, что изменить. Что добавить можно, что-то, может, креативное добавить, тот же бесплатный Wi-Fi. Среди предложений – подсветка стелы, установка военной техники, благоустройство пустой части парка. Попечительский совет будет координировать работу и помогать в реализации идеи жителей. Так что в недалеком будущем парк может преобразиться, а сама идея попечительских советов, если покажет свою жизнеспособность, будет распространена на другие объекты. Игорь Шевченко, Михаил Орлов, главные телевизионные новости.
Продолжение ремонта двора на Лермонтова, увеличение аттракционов в юбилейном парке. Конкретные вопросы, волнующие жителей, могли задать люди на выездном приеме структурных подразделений мэрии. Он прошел в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля. Вопросы касались и сферы ЖКХ. Жители интересовались ремонтом дорог и подъездов к социально значимым учреждениям. Во встрече вместе с заместителями и руководителями подведомственных учреждений мэрии принимал участие и градоначальник Артем Молчанов. Алексей Машков с подробностями. Актуальным вопросом для жителей дома по улице Лермонтова, 44А, стало продолжение работ по программе «Наши дворы». Часть территории была недоделана еще с прошлого года. На данный момент возобновить ремонт планируется с сентября. Об этом главе дома сообщили представители территориальной администрации. Тут представители управляющей компании, департамента городского хозяйства. Я считаю, что данные встречи очень важны и нужны. И если жители будут приходить, то проблемы нашего города, двора, будут решаться гораздо быстрее. Обратили внимание и на условия отдыха для детей в центральных парках. Например, в юбилейном на качели часто образуется живая очередь. Поэтому, по мнению жителей, требуется расширить количество бесплатных аттракционов. Мне пообещали, конечно же, и департамент, и глава администрации, с мэром общалась. Обещали улучшить условия в парке, поэтому, в принципе, встреча я довольна сегодняшней. Жители дома номер 28 по улице Кудрявцева обратились с просьбой перекрыть движение машин внутри двора. Вопрос сложный, но решаемый. Это вопросы, в том числе даже придомовой территории межевания. Да, вот есть там некоторые уникальные случаи, когда межевание проведено так, что люди выходят из подъезда на дорогу, да, и требуют некоторых решений департамента архитектуры здесь участия и так далее. То есть вопросов разные, интересные, которые нужно решать и можно решать. Для тех, кто не успел задать свой вопрос лично, была предусмотрена письменная форма. Благодаря работе в команде всех структур подразделений мэрии решение поставленных задач проходит быстрее. И важный такой момент, что вместе накапливаем определенные информационные потоки, понимаем, что в приоритете, куда надо двигаться и какие задачи нам ставят жители, общественники. Вместе командой полегче. Все жители непосредственно сейчас могут задать свои вопросы, получить на них ответы, для себя принять необходимые решения, какие-то документы представить, чтобы их можно было посмотреть. И это, конечно, помогает нам взаимодействовать, отвечать на вопросы. Я уверен в том, что это положительная практика, она точно будет продолжаться. Подобные выездные совещания планируется провести во всех районах Ярославля. Алексей Машков, Василий Мосин, главные телевизионные новости. Антитеррористическая проверка. Сотрудники полиции перед началом учебного года завершают инспекции школ. Безопасность в приоритете. Сегодня проверку прошла одна из последних школ в Ленинском районе Ярославля. На что в первую очередь обращали внимание, Александр Захаров расскажет. Проверка инспекторов начинается с ограждения, которое недавно установлено вокруг территории школы номер 76. Нет ли в нем дыр, на месте ли калитки, замки на них. Важны и видеокамеры, которые настроены на входные группы. Раньше на территорию школы был свободный доступ, теперь он ограничен. Поставили новое ограждение. В ближайшее время планируем поставить на входные, на въездные ворота и входную калитку видеодомофон. Не менее важно наличие тревожных кнопок на вахте. Их также проверяют правоохранительные органы. В целях антитеррористической защищенности на окнах первых этажей решетки. Проверяют на безопасность и кабинеты. Некоторые из учителей вышли раньше из отпуска, чтобы привести классы в порядок. Люблю свой кабинет вообще, провожу в нем много времени, потому что много времени провожу на работе, ну и, соответственно, да, забочусь о том, чтобы он был хорошим. На данный момент только одним инспектором проверены 3 школы, 4 детских сада и 2 высших учебных заведения. По городу это более 250 учреждений. Которые объекты я проверила, замечаний у меня нет. Что есть, везде есть охрана, тревожные кнопки, которые выведены на Росгвардию. Везде завершен ремонт. Если какие-то были недочеты, то уже все исправили. В 76-й школе учатся более 1000 детей. Обеспечить их безопасность – обязанность руководства. Письма о выделении средств на видеодомофон направлены в профильный департамент. Александр Захаров, Михаил Орлов, главные телевизионные новости.
Уголовное дело по факту нарушения жилищных прав ярославцев, которые проживают в аварийном доме в центре города. Такое возбудили в региональном управлении следкома России. Об этом сегодня сообщили городскому телеканалу. Скандальная история дома на Комсомольской 16А длится с 2019 года, когда он был признан непригодным для проживания. Был построен после революции. На данный момент на фасаде трещины, часть кирпичей выбита, а в крыше зияют дыры. От двухэтажки отказалась управляющая компания. Проблема в том, что здание не попало в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Согласно ей, сегодня расселяют только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017-го. Жильцам на Комсомольской обозначен срок до 2032-го. Власти города предоставили жильцам альтернативу. Вариантом никто не воспользовался. Территориальная администрация Кировского-Ленинского района в январе 2020 года всем собственникам было направлено уведомление с просьбой обратиться в жилищный отдел территориальной администрации за предоставлением маневренного фонда. По настоящее время ни один из собственников или социального найма, который у нас есть, не обратился в территориальную администрацию. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Ход следствия находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным следствия, согласно выводам заключения технического состояния дома, проведенного в 2016 году, износ дома составляет 70%, что указывает на его аварийность. Однако заключение о признании дома аварийным и подлежащим сносу издано только в 2019 году. До настоящего времени жильцы аварийного дома не расселены. В Данилове прошел рейд «Грузовик». Сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей крупногабаритного транспорта. Проверяли документы, техническое состояние машин, содержимое кузовов. На что еще обращали внимание и выявили ли нарушителей, знает Игорь Шевченко. Фуры, тягачи и самосвалы. В общей сложности сотрудники ГИБДД остановили более 30 грузовиков. Все лампочки должны гореть, а номерной знак хорошо читаться. Никаких шторок и тонированных стекол. У всех водителей требовали предъявить действующие документы на груз и правильно заполненные путевые листы. Медицинские карты тоже должны быть в порядке. К большинству водителей претензий не было. Здравствуйте, старший инспектор ДПС, старший инвалид Семенов, мероприятие «Грузовик». Документики посмотрим. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис, диагностическое и путевой лист. Тем не менее, без нарушителей не обошлось. Пришлось выписать несколько штрафов. Установление правонарушения в области безопасности дорожного движения. То есть ограничивают обзор, шторки в данном случае. По статье 12.5, часть 1. То есть, да, вносится административное наказание в виде штрафа 500 рублей, в течение 20 дней 250 рублей. Данные с тахографа тоже нужно проверить. Диагностическая карта. Кроме диагностической карты. Распечатка тахографа. Распорядок труда и отдыха для водителей больших грузов крайне важен. Тягач – серьезная опасность на дороге. В сутки допускается ехать не дольше 9 часов. Общая сумма времени за рулем в неделю не должна превышать 56. Таковы правила. У сонного водителя чаще всего заторможенная реакция и резкие маневры. Гремучая смесь этих факторов способна привести к самым печальным последствиям для всех участников движения. Целью данного мероприятия является активизация предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке грузов автотранспортом. Проверке подлежит обязательное наличие в полном объеме оформленных путевых листов с отметками прохождения водителя предрейсового осмотра, медицинского осмотра и осмотра механиком. Статистика неумолима. Согласно ей, ДТП с участием тяжелого транспорта отличается летальными исходами. Несколько десятков тонн железа способны снести на своем пути не одну легковушку. Правда, на сегодня в Даниловском районе аварий с большегрузами пока не зафиксировано. Игорь Шевченко, Игорь Мосин, главные телевизионные новости. Танки грязи не боятся, спецтранспорт тоже. Сегодня в Ярославле прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях среди подразделений пожарной охраны, дислоцирующихся на территории региона. Каждому транспортному средству пришлось преодолевать полосу препятствий. Это и проезд через брод, подъем на высоту, движение задним ходом, тушение условного пожара и другие. Всего 12 упражнений, и все на время. Задача водителей – справиться правильно и быстро. Ведь в реальности и от шоферов зависит жизнь людей, насколько вовремя команда спасателей прибудет к месту возгорания. К
Каждый водитель пожарной машины должен обладать быстрой реакцией, внимательностью, принимать решения в сложной ситуации и, конечно, безопасно управлять многотонным автомобилем. Участниками соревнований стали 7 команд. Победители получили благодарности и подарки. К другим темам. 23.08.23. Такие даты называются зеркальными, они встречаются часто. Однако полное отражение года – большая редкость, поэтому сегодня в Ярославле свадебный бум. Пары идут в ЗАГС одна за другой. Многие молодожены уверены, красивое стечение цифр сулит счастливый брак. Считается, что такие даты обладают магическими свойствами. Супруги, безусловно, смогут проверить это утверждение, но только выводы можно будет сделать много лет спустя. Марина Смарагдова сегодня отправилась во дворец бракосочетания, чтобы увидеть пары с зеркальной датой свадьбы. Красивых дат в этом году осталось не так уж много. 23 сентября, октября, ноября и декабря, чтобы уже точно не забыть о таком важном моменте в биографии, как начало семейной жизни. Анна и Илья – уроженцы Архангельска, уже 2 года в Ярославле. С городом связывают профессиональную карьеру. Невеста – педагог колледжа, жених трудится в IT-сфере. Их познакомил университет. Я пришел в студенческий совет, там такая активная молодежная деятельность, и там познакомился с Аней. Вот мы с ней подружились, долгое время дружили, а потом поняли, что любим друг друга. Решили, что 23.08.23 будет зеркально, красиво, и то есть нам подходит. За полгода до этого мы выбрали эту дату, да, решили, чтобы было больше времени на подготовку. Выбор зеркальной даты свадьбы обычно символизирует гармонию, равновесие, взаимность и вечность. Молодожены, выбравшие это стечение цифр, верят, что семейная жизнь будет стабильной и долгой, как зеркало, отражающее любовь и согласие. Сегодня жениха и невесту окружала многочисленная родня. Решалось долго, но Илья принял решение спустя 2 года. Да, наверное, 2. И вот ее событие совершится сегодня. Если у родителей любовь была с первого взгляда, они 28 пронесли лет. И я думаю, что ребята со студенческой скамьи пронесут эту любовь долго-долго. И, конечно, вера, надежда, любовь будет в парусах их семейной лодки. В Ярославле в этом году модно жениться и выходить замуж. Вальс Мендельсона уже прозвучал для 1760 пар. И это на 100 больше предыдущего года. Летом же от желающих связать себя узами гименея вообще нет отбоя. Сотрудники дворца бракосочетания подметили, что часто на популярные даты выпадает плохая погода. Но также общеизвестно, что дождь в дорогу – хорошая примета. У нас летом различий в датах нет. У нас потому что загрузка идет полная, со вторника по субботу. Нет разницы, суббота это или вторник. Мы регистрируем браки с разницей, там, с пошаговой прибытия пар в 15 минут. Поэтому для нас особой разницы не существует. И некрасивые даты накладываются на красивые даты. Муж и жена и без даты, как в песне. Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения. Любовная нумерология у каждой пары своя. Следующая привлекательная дата ровно через месяц. Марина Смарагдова, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. В областном центре состоялось закрытие летнего сезона «Яротряда». Лучших участников трудового движения наградили. Все каникулы ребята убирали мусор, высаживали цветы и ухаживали за ними, прибирались в парках и скверах. Сегодня подвели итоги. Корреспондент Владислав Старожук побывал на церемонии. Молодежное трудовое движение «Яротряд» существует с 2018 года. С этого времени каждое лето подростки со всего Ярославля ухаживают за парками и улицами родного города. Для многих участников смены – это не только хорошее дело, но и первые заработанные деньги и воспоминания о новых друзьях. Я работаю уже здесь достаточно давно, примерно с 2020 года. Я как о нем узнал, мне друг рассказал. Я сразу пошел работать. Я был на Перекопе, я был за Волгой, работал на Ленинском. И, в принципе, везде плюс-минус одинаково. Ходим, убираем мусор, следим за порядком в парках. 65 рабочих дней, 450 подростков трудились в тепличных комплексах, ухаживали за клумбами. Также в зоне их ответственности очистка фасадов и остановок от рекламы. Мы с Ярославом 2000 занимались благоустройством дворов и сажали цветы в некоторых территориях. Где-то просто убирали, скажем, сорняки. Очень интересно как раз придумывать, как это будет выглядеть, и потом смотреть на работу, которую ты сделал собственными руками. 20 с лишним тысяч квадратных метров. Территория, сопоставимая с Красной площадью. Так выглядят успехи яротрядовцев. Именно столько клумб ребята пропололи за лето. Лучших сегодня наградили.
Ребята участвовали в озеленении города. Я так думаю, что для них это тоже было интересно, потому что они узнали очень много о цветах, о растениях, о том, как создаются клумбы, как ухаживать за этими клумбами. И могут потом применить в своей дальнейшей жизни все навыки и знания, которые они получили в яротряде. Конечно же, мы будем стараться сохранить движение «Яротряд» и на будущий год. И если все будет хорошо складываться, конечно, хотелось бы делать его не только летним трудовым движением, но и в течение года, потому что есть и потребности у города, есть желание у ребят работать. Поэтому в зависимости от того, когда же будут развиваться события, будем пробовать выводить это на круглогодичную работу. 1 сентября стартует осенний сезон. Теперь уже после уроков по городу будут трудиться небольшие бригады. Работать будут по 2-3 часа, меньше, чем летом. Планируют привлечь к уборке 150 подростков. Владислав Старожук, Денис Кауров, главные телевизионные новости. Под Ярославлем косят траву. Правда, не ту, что растет на газонах, а водную. Ярославские рыбоводы приступили к уничтожению камышей и осоки. Узкие участки, заросшие жесткой растительностью, мешают нересту рыб, а потому сейчас нужно подготовиться к весне. Используют для работы необычную машину, единственную на всю область и одну из немногочисленных в стране. Алексей Машков увидел самоходную установку «Труксор», так официально она называется, а попросту «Камышекос» в действии. Лето подходит к концу, а значит, наступает пора выкоса жесткой водной растительности. В рамках государственного заказа в этом году рыбоводам в общей сложности предстоит прокосить 23 гектара. Сейчас сложно представить, что раньше этим занимались либо вручную, либо с использованием малой механизации. Универсальная машина иностранного производства и единственная во всей области отлично справляется с поставленной задачей. Ведь только за день она способна обработать территорию почти в 2 гектара. Из алюминия легкая, с гидравлическим приводом многофункциональная установка способна работать с разными типами навесного оборудования. Управлять камышекосом, так называется аппарат, легко с помощью джойстика. Современные геймеры точно бы оценили. Вот управление, джойстик, вот, то есть как бы его можно и так развернуть, вот, управляется во все четыре стороны. Вот, а на фронтале вот у него управление гидравликой, тумблер, вот. И здесь идет регулятор мощности. Большое лезвие может срезать растительность как на глубине, так и у самой поверхности воды. Но это только первый этап. Скошенную траву нужно еще и убрать. С помощью своих лопастей амфибия способна передвигаться как по воде, так и по суше. После окончания работ камышекос забирается прямо на остров. Здесь основное лезвие меняется на грабли. Делается это буквально в два счета в течение 5 минут, благодаря быстросъемным шлангам. Замена производится действительно быстро. На помощь шведским технологиям приходит русская смекалка. Казалось бы, простая деревянная палка, а без нее никуда. Выполняет функцию подпорки. Выбирать участки прокоса рыбоводы способны на глаз. Сказывается многолетний опыт. Какой год бывает больше зарастает все, какой год поменьше. Вот, поэтому, как в зависимости от этого, мы уже смотрим, выбираем участки, которые сильно зарастают от выхода, проходы, протоки, то есть смотрим уже по местности, как бы, и уже выбираем то, что необходимо прокосить. Ключевая задача выкоса камышей – расчистка узких мест для рыбы, чтобы лещи, плотва и окуни могли свободно добраться до нерестилищ. Нерестится рыба с апреля, а в сентябре возвращается в Волгу на зимовку. В теплую погоду при сниженном течении вода застаивается и узкие места зарастают. Чтобы избежать этого, и косят траву. Покос начинается в конце лета, когда трава перестает расти. Ожидаем от этого большего процента выживания рыбы, скажем так. Меньшего количества заморов в зимний, особенно в ранний зимний период. Улучшенного нереста весной. То есть большее количество производителей дружно найдут места нереста и встретят друг друга на этих нерестилищах. Кроме покоса травы, ярославские рыбоводы занимаются еще и искусственным воспроизведением ценных пород рыб. Специалисты выращивают мальков для поддержания популяции. Только за этот год в свободное плавание было выпущено 64 тысячи экземпляров стерляди и порядка 9 миллионов щук. Алексей Машков, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. И сейчас к спортивной части выпуска.
Ярославский «Локомотив» разгромил уфимский «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Омске. Результат встречи 5-1. На 12-й минуте матча счет открыл нападающий железнодорожников Степан Никулин. Удвоил преимущество ярославцев Георгий Иванов. Форвард реализовал большинство за секунду до окончания первого периода. Также в составе «Локомотива» отличился Иван Чехович на добивании. А Максим Березкин оформил дубль. Завтра подопечные Игоря Никитина выйдут на лед против нижнекамского «Нефтехимика». А вот ярославский «Локо» уступил с минимальным счетом сибирским «Снайперам». Результат встречи 3-2. Матч прошел в Новосибирске в рамках предсезонного турнира памяти Александра Белосохова. В составе нашей молодежной команды шайбами отличились два игрока. Защитник Ярослав Лабуткин и нападающий Роман Луцев. Но для победы этого оказалось недостаточно. Завтра у юных железнодорожников встреча с екатеринбургским «Авто». Теперь к погоде. Приморье вновь затопило, залило подъезды домов, размыло дороги. Штормовое предупреждение в регионе сохраняется. В Ростове-на-Дону жара за 30, без осадков, горят леса. В Калининграде на пляжах Балтийского моря продолжают отдыхать. Там 23-26 тепла. В Москве завтра 18 и дожди. На что рассчитывать ярославцам, Ольга Муравьева сейчас расскажет. О погоде на четверг расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, утренний мелкий дождь во второй половине дня усилится. Подробности далее. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославна Клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33 81 91. Ночью в четверг в Ярославле небольшая облачность, без осадков. Температура 8 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Днем в четверг в Ярославле облачно, возможен дождь, температура 17 градусов, ветер северный слабый, влажность воздуха 71%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Объявляем старт продаж клубного дома на Лисицына. Всего 132 квартиры. Подробности по телефону 28 88 00. Светлояр. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи завтра на городском телеканале. Акционерное общество «Яргор Электротранс» приглашает в команду водителей троллейбусов. Заработная плата от 70 тысяч рублей. На троллейбусе старше 10 лет заработная плата от 85 тысяч рублей. Социальный пакет «Общежитие». Открыт набор водителей электробусов категории «Д». По вопросам обучения и переобучения обращаться по телефону 8 901 997 8004. Через мгновение в эфире художественный фильм «Крупный калибр» с любимцем советских женщин Аленом Делоном в главной роли. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во ВКонтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефонам 72 11 70 72 11 80. В студии работал Константин Пламс. Завтра эфир у моего коллеги Ильи Барабанова. До свидания.